гениальные люди, совершенные в своей области. А почему вы их не позвали тогда? А где жюри, я все тебя хочу? Давайте-ка вот так. Как вы считаете, наши ведущие достойны аплодисментов? Ну, знаете, чтобы ваши дети вам так аплодировали. Максим Привалов! Фитнес-холдинг, эти цветы тоже ваши. И у меня специальная хорошая новость для всех организаторов сегодняшнего мероприятия. Мы с Максимом уезжаем домой вот на этой прекрасной машине. Вы об этом еще не знаете, да? Но теперь знаете. Да, спасибо огромное. Эти цветы мы возложим девушкам прекрасным, ногам кинем, девушкам, которые появятся на этой сцене. Красивый финал будет, яркий и очень сладкий, друзья. Ой, такой сладкий, ну такой сладкий. Мне вообще втройне, я бы даже сказала, в десятерне приятно представить этих красоток, потому что это мои замечательные подружки, и мы не раз, поверьте, бомбили по московским караоке, разрывали московские тусовки, вот буквально вчера... Мы бомбили по дорогам, таксовали. И это и не без этого. И буквально вчера разошлись в 5 утра, и только потому, что сказали, что у нас сегодня важное мероприятие, и нам надо хоть немножечко поспать. Так, встречайте на этой сцене такой десерт, я бы сказал, дэнс-кап. Две вишенки, да. На нашем десерте. Итак.